едем из нашей деревни в центр Гамбурга. Такое вот метро. Мой муж сидит. Это телевизионная вышка в Гамбурге. Мы находимся прям в самом центре. Вот так вот выглядят типичные домики в Гамбурге. Мы когда уезжали из Гамбурга, переезжали в Испанию 3 года назад, от этого дома еще не было. Чайковский хаус. Вот сейчас я покажу, как церковь выглядит наша, где мы дочку крестили. Это мы пришли в городской парк в Гамбурге, Planten und Blumen называется. Здесь вот такие площадки детские, все из дерева, как в Германии обычно это все выглядит. Вот, парк классный, на самом деле, очень красиво, особенно летом. Здесь даже снег есть, чуть-чуть снег. И там впереди каток. Вот, Ника пытается стежки лепить, но он такой уже слипшийся. Вряд ли что-то получится, конечно. Все равно здорово. Так, это каток в городском парке. Но сейчас в Германии катаются по времени, сейчас перерыв, и вот будет машина чистить лед. Все по правилам. О, Ника едет на тарзанке. Класс! Смотрите, чайки тоже есть в Гамбурге, потому что это портовый город с выходом в море через Эльбу. Смотрите, мы кормим лебедей и уток, а они прямо аж сюда подходят. Они сюда забрались. Они прям подходят за людьми и просят еды. Это что-то, я таких больших еще никогда не видела. Коль, не надо, Коль, мучить их. Новогоднее представление для детей в центре. Sonst lebhaft, wie sonst war, wenn wir jetzt haben. Ника встречает нас, мы спускаемся, Ника уже там бегает, давно нас ждет.